Наш Бог живой. Аминь. Our God is a living God. Amen. Как Игорек любит говорить, мы, as Igor likes to say, мы служим живому Богу. We serve a living God. Аминь. Церковь, этот прекрасный день, который Бог нам дал. Church, this wonderful day that the Lord has given to us. Я думаю, мы должны возблагодарить Его. I think we have to thank Him. Я думаю, мы должны воздать Ему всю славу. I believe we need to give Him all the glory. Мы здоровы. We are healthy. Господь наполняет нашу жизнь всеми благословениями. The Lord fills our life with all of His blessings. У нас есть дома. We have homes. Мы приехали на своих машинах. We came in our own cars. У нас есть финансы. We have finances. И у нас на столах есть пища. Аминь. And on our tables we have food. Давайте просто в этот прекрасный день мы воздадим нашему Богу всю славу. Let us in this wonderful day give God all of the glory. Это все от Него. This is all from Him and for Him. На наши ноги. Let us please stand to our feet. От вашего сердца просто начинайте благодарить нашего Творца. Just from your heart, begin to thank Heavenly Father. Великий Господь. Great God. Царь Святой. You are Holy King. Ты есть Бог над богами. You are God of all gods. Ты есть царь над царями. You are the King of all kings. Ты есть тот, который любишь нас. You are the one that loves us. Ты есть тот, который простил нас. You are the one that forgives us. Ты есть тот, который отдал сына своего ради нас. You are the one that has given your son for us. Его святая кровь. And His holy blood. Она очистила нас. It has cleansed us. Она простила нас. It has forgiven us. Господь, сегодня мы будем славить Тебя. Lord, today we want to glorify You. Мы будем радоваться перед нашим небесным Отцом. We will rejoice before our heavenly Father. Господь, потому что Ты достоин. Lord, because You are worthy. Ты достоин. You are worthy. И никто другой. And no one else. Тебе одному, Господь, вся слава и честь. To You be all the praise and honor. Amen. Amen. Будем славить нашего царя, он достоин всей славы. We'll glorify our God, He is worthy. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for everything you've given us. For your pure love, God. For being so wonderful to us. We will praise you in this place today. We will unite with one spirit and glorify your holy name, God. No other God like you. Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. Yes, Lord. I'm grateful for who you are. Saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for thank you, saving Lord. Me. Thank you, Lord, for saving me. Yes. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah.
You showed us the true love of God. You showed us the light when we're in the darkness. You purified us, God, by the blood of Jesus. Oh, you are so good, God. You are so wonderful. We're going to continue to praise you in this place today, God. Hallelujah. Господь, Тебя мы славим. Ты есть великий Бог. Ты есть начало и конец. Ты есть тот, который даешь нам жизнь. Hallelujah. Будем славить нашего Господа. Тебя мы славим, Господь. Одного Бога живого, которому мы служим и поклоняемся. Как великий, как силен наш Бог святой. Аллилуйя. Тебя мы славим, великий, сильный Бог, за любовь и благодать. Ты наша крепость, скала спасения, достоин славу всю принять. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Мы славим. Тебя мы славим, великий, сильный Бог, за любовь и благодать. Ты наша крепость, скала спасения, достоин славу всю принять. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, аллилуйя, славь Его. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя, как обещал Ты, Господь. Своё слово воплотил, дал от Сиона освободителя, свою милость нам явил. О, аллилуйя, аллилуйя, славим Тебя. О, аллилуйя, аллилуйя, прославляем Господа Царя, хвали душа. Церковь, давайте мы сделаем то, что мы любим делать. Мы пройдемся сейчас по залу. Напомните друг другу, Господь Бог любит вас. Church, let's just walk around the church and greet one another. Remind each other, God loves you in this place today. You too.
великий Бог, славен и высок. Наполняешь все во всем. Сияние Твое, Господь, ярче самых мощных звезд. Своей славою нас покрыл и любовью освободил. Ангелы взывают свят Господь. Достоин Ты принять всю честь и славу. Вознесем в народах восхвален, вся земля поет Тебе, Осанна. Великий Бог, великий Бог, сияние Твое, Господь, ярче самых мощных звезд. Своей славою нас покрыл и любовью освободил. Достоин Ты принять всю честь и славу. Вознесен в народах восхвален, вся земля поет Тебе, Осанна. Ангелы взывают свят Господь. Достоин Ты принять всю честь и славу. Вознесен в народах восхвален, вся земля поет Тебе, Осанна. Своей славой. Достоин Ты принять всю честь и славу. Вознесен в народах восхвален, вся земля поет. Церковь, давайте еще раз. Ангелы взывают. Ангелы взывают свят Господь. Достоин Ты принять всю честь и славу. Вознесен в народах восхвален, вся земля поет Тебе, Осанна. Господь, мы поем Тебе хвалу. О, великий Царь, насколько велика Твоя любовь к нам. Господь, насколько велика Твоя любовь к нам, Боже. Господь, Ты любящий Отец, который держишь нас за руку. Мы Твои дети, и мы сегодня радуемся пред Тобой, Господи. Мы радуемся, что Ты здесь сегодня, Отец. Ты здесь среди нас, Отец Небесный. Наши сердца, они наполнены радостью Божьей, любовью Божьей.
Господь, мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы Дух Святой Господь, Он прикасался в каждое сердце сегодня. Боже, Ты слышишь наши молитвы, мы знаем это, Отец. Мы просим, чтобы во имя Иисуса Христа Дух Святой прикоснулся каждому сердцу на этом месте. Господь, покажи им свою великую любовь. Покажи им свою нежную любовь. Аллилуйя! О, Heavenly Father, I just pray that the Spirit of God, Lord, would touch every heart in this place today. We pray, God, we pray that our hearts are full with the presence of God, the joy of the Lord. Lord, I pray for those that have not experienced the presence of God, the joy of the Lord, God. I just pray that the Spirit of God would just come down and fill their hearts with the joy of the Lord. Heavenly Father, we pray out, we need you, God. We're desperate for you. Truly, God, you see our hearts. Without you, we are nothing, Heavenly Father. You have created us for your glory. Heavenly Father, you are the beginning and you are the end. You are the Alpha and Omega. You are the King of Kings, the Lord of Lords. There's nothing and no one that can compare to you, to your beauty, to your power, God. Heavenly Father, it is an honor to be here today, to serve a living God, to worship Him, to praise Him, to glorify Him through song. Yes, Lord, hallelujah. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. Fall on us, Holy Spirit. Fall on us, Holy Spirit. Song, just lift your voices. Let's make a sound of praise to God. Come, Holy Spirit, come. Sing again, come Holy Spirit. Spirit, lead us now as one.
set your church on fire again. Yeah.
Spirit, come, Spirit, come. Oh, Spirit, come, Spirit, come. Move in our lives, move in our hearts, move our hearts. Soften our hearts for the presence of God. Prepare our hearts for the presence of God. You know, church, when you experience the presence of God, it is just incomparable to anything else. You're so wonderful, God. You're so pure, God. You love us just the way we are. You purify us. You change us, God. You teach us, oh God. You reform us. You transform us, God. We come to you as we are. And daily, the Holy Spirit speaks to us. And He shows us, and He teaches us, and He comforts us. Holy Spirit, we pray that You continue to move our hearts. We pray that You continue to speak to us. Oh Lord, Heavenly Father, I just want to pray for every individual here today. Heavenly Father, bless them. Heavenly Father, by Your godly hand, Your loving fatherly hand, Lord, I just pray that You touch their hearts and their lives. If they've never experienced the presence of God, Lord, allow them to experience how wonderful You are, the joy of the Lord. Heavenly Father, I pray for every individual here, every child, God, that You will keep them in Your holy hands. You are truly the God of gods and the Lord of lords. And we as a church, we glorify You, we praise You. And all together, church, we say, amen, amen. You may be seated, church. Можете присаживаться в церкви. There is no other place that I would be. Нет другого места, где я хотел бы быть. Than in His presence. Чем в Его присутствии. I would be a doorkeeper. Я лучше буду у порога Бога Божьего. Than dwell in the tents of the evil ones. Чем жить в шатрах нечестия. Come on. There is no other place that we would be than in His presence. Нет лучшего места, где быть, это как в Его присутствии. Satisfying. Оно настолько назидает. Filling. Настолько наполняет. It empowers us. Дает нам силу и укрепляет нас. Hallelujah. Hallelujah. No other place that I would be than in His presence, Нет church. Другого места, где я хотел бы быть, чем в Его присутствии. You agree with me this morning? Согласитесь со мной сегодня. Do you agree with me this Согласны morning? Согласны ли вы со мной? We have the great privilege. У нас есть привилегия. To serve. Служить. A God that is alive. Служить Богу, который Бог живой. We have a great honor. У нас есть честь. To serve a God. Служить Богу. That is almighty. Который всемогущий. And He has called us. И Он призвал нас. To be in His presence this morning. В Его присутствии в это утро. Set your hearts this morning. Направьте ваши сердца в это утро. Position your hearts this morning. Направьте сердца ваши в это утро. To receive from Him. Чтобы получать от Него. I believe your Father. Я верю, что Отец. That is seated on a throne in heaven. Который сидит на престоле на небе. Has something prepared for you this morning. Он приготовил что-то для вас сегодня. Hallelujah. Hallelujah. We have a service in our church. У нас есть служение. We call it the service of love. Мы называем это служение любви. Again, this service. Это служение. Shows us that Jesus is number one. Показывает то, что Иисус он первый в нашей жизни. We invest into His kingdom. И мы вложим его царство. We invest into His church. Мы вложим в его церковь. To show Him that Lord, чтобы показать, что Господь, finances are not number one in our lives. Финансы не являются первым в нашем месте. You are number one, Jesus. Ты Господь один и первом месте в нашей so жизни. So I believe as some lifting up music. Я верю, что будет веселая музыка играть. Our brothers will walk by. И наши братья пройдут. Again, I am believing for some upbeat music. Я верю, братья, что будет веселая музыка. Our brothers will walk by. И братья пройдут. And we can set our tithes and offerings. И мы будем давать наши пожертвования. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Thank you.
invite all the kids up. Хочу пригласить всех детей наперед. Yeshua HaMashiach, He's my rock, He's my power. Yeshua, you know, we have to take an example from our kids. Нам нужно брать пример с наших детей. Whenever I see these kids run up to the altar, я вижу, как эти дети бегут наперед. They are running for them to be blessed. Они бегут, чтобы их благословили. They're running to the Father's house, to the altar. Они бегут наперед. We ought to take that example from our kids. Мы должны брать этот пример. And run to the Lord. Также бежать к Богу. Hallelujah. I'm going to ask everybody to stand. Давайте встанем, пожалуйста. We're going to stretch our hands. Простёрём наши руки. We're going to bless this next generation. Благословим наше поколение. And we're going to thank God for the finances that He gives us. И будем благодарить Бога за финансы, которые Он даёт нам. Father, we thank You. Отец, мы благодарим. For each and every little one here, Lord. За каждого на этом месте, Господь. Father, each and every one of them You have formed. На всех Ты, Господь, сотворил. Father, You have placed Your kingdom within them. И ты вложил твое царство внутри их. Your spirit within them, God. Твой дух внутри их, Господь. You have placed Your living word within them, Lord. Вложил в них твое живое слово. Father God, and let them carry them to the nations. Господь, и пусть они несут это в народы. Give them boldness. Дай им смелость. And strength, Father God. И крепость. Bless them, Lord. Благослови их. In every aspect of their life. Во всякой сфере их жизни. Father God, bless their walk. Отец, благослови их хождение. And keep them in Your hand, Lord. И держи их в твоей руке, Господь. In Jesus' name, we pray this. Во имя Господа Иисуса мы просим. And Father, we thank You for the finances. И благодарим, Господь, за финансы. That You give each and every one of us. Что ты даешь каждому из нас. That You place a roof over our heads. Что у нас есть дома. That You bless us with our daily bread. И даёшь нам наш хлеб на каждый день. You give us abundantly, Lord. Ты даёшь нам много, Господь. For You are a good, good Father. Что ты добрый отец. And we exalt You. Мы благословляем, and we thank You. Тебя. In the mighty name of Jesus, во имя Господа we pray. Иисуса Христа. Amen. Аминь. Kids, today you will be sitting with Дети, your parents. Вы сегодня с родителями. Господь живой Бог, не правда ли? God's a living God, amen. Это почему мы радуемся. That is why we rejoice. Потому что мы служим не какому-нибудь истукану. We don't serve an idol. Мы служим живому Богу. We serve a living God. Мы имеем вечную жизнь в Нем. We have eternal life in Him. Мы имеем полное исцеление в Нем. We have fullness and healing in Him. Мы имеем прощение всех грехов в Иисусе Христе. We have the forgiveness of all our sins in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Вы знаете, церковь — это тело. A church is a body. Тело Иисуса Христа. It is the body of Jesus Christ. Так говорит Писание. That is what the Word of God says. И поэтому каждый член в этом теле — and every member that is in this body — это живой член. It is a living member. Не правда ли? Ain't this true? Ноги, они бегают, да? The feet, they иногда run. Иногда танцуют. Sometimes they dance. Руки, они берут. Our hands, they grab. Иногда дают. Sometimes they give. Голова движется. Our head moves. Принимает решения. Makes decisions. Глаза видят. Our eyes то see. То есть каждый член every в этом теле. Living, every member of это our body живой is член. Living. It is a living member. И через это and through this, прославляется все тело. The whole body is тело церкви, worship, the church, Иисуса Христа. The body, which is Jesus и Он, Christ, and he, Он является головой and he is the head. Hallelujah. Hallelujah. Поэтому, если вы член этой церкви, so if you're the member of this church, запомните, remember, вы живой член. You're a living member. Вы должны что-то делать. You have to move. Шевелиться. Move. Сегодня мы хотим благословить одну молодую и красивую девушку. Today we want to bless a young, beautiful girl. Катюшка. Ребята, вам еще рано. Brothers. Собрание еще не закончилось. Church is not over yet, single brothers. Она действительно очень красивая. She's a beautiful young lady. Но после служения but after service, вы познакомитесь, кто не знаком. Please meet her if you have not met her yet.
Катюшка, ты не стесняйся, когда ребята будут знакомиться. Катя, you're not shy when single guys come Good. Up to you. Thank you. Amen. Okay. Катя изъявила желание. Катя has expressed her desire. Стать живым членом в этой поместной церкви. To become a living member of this church. Вы знаете, каждый человек, который изъявляет желание, you know, every person that expresses their desire, я задаю первый вопрос. I ask a first question. А что ты хочешь делать? What do you want to do? Я здесь. I'm here для того, чтобы помочь состояться каждому человеку. To help every person be built up. В том служении, in that service, для которого Бог призвал. Which God has called them to. И Катюшка нашла для себя служение. And Katya has found the service in what Катюшка, she wants to serve. Что ты хочешь делать? What do you want to do? I want to be involved in the prayer ministry. Хочет вступить в молитвенную группу. Кто еще из вас любит молиться? Who of you loves to pray? О, вся церковь любит the whole молиться. Church, the whole church. Fridays Вели should be Господь. Out. Fridays should Вели be back Господь. Out. Вы знаете, действительно, you know, truly, без молитвы without prayer, церковь church, это тело, it's a body, но мертвое тело. But dead. Оно не дышит. It doesn't breathe. Вроде бы тело. Maybe it's a body. Красивое it тело. Looks beautiful. Пощупал. You touch it. Холодное. It's cold. Не дышит. Doesn't breathe. Почему? Why? Нет молитвы. There's no prayer. Поэтому слава Богу. So praise God. Катюшка, слава Богу. Katya, praise что God. Что ты хочешь? That you want участвовать в молитвенном служении. To be in the prayer ministry. Это дает жизнь церкви. That gives life to the church. Хорошо. All right. Я хочу спросить I у вас. I want to ask the church. Вы хотите Do you want благословить, to чтобы Катя была bless членом? Bless Katya to become a member of the church. Hallelujah. Hallelujah. Вся слава тобі. Все аплодисменты for you. Окей. Давайте ми встанем. Let us stand. Простирайте ваші руки. Stretch your hands. Одну или две. One і ми будемо благословляти. We're going to bless. Святой Отец. Father God. Я благодарю тебя. I thank you, Lord. За эту прекрасную девушку. For this beautiful girl, Lord. За эту жемчужину. For this jewel, Father. Которую ты поднял в царстве твоем. That you have built up in your kingdom, И сегодня благословляя ее. And today, Lord, blessing her. Я прошу тебя. I ask you. Чтобы твоим святым духом. That by your Holy Spirit. Ты прирастил ее. Lord, that you would adapt her. Тело этой поместной церкви. To this body of this church. Чтобы эта церковь. That this church. Совершала работу твою would do the work и приносила славу тебе and bring glory unto you тем служением, through that service которым будет совершать Катя. That Katya will be doing во имя Иисуса. In the mighty name of Jesus. Отец, я прошу тебя Father, I ask you, о твоей защите, for your shielding, о твоей ограде, Lord, for your hedge of protection, о твоей мудрости, for your wisdom, и о твоем сильнейшем помазании, and your greater anointing, о котором ты сказал через пророка Иоиля. Spoken through your prophet Joel. I ask you, чтобы это помазание that this anointing пришло на Катю would come upon her, в ее служении, in her service, в ее жизни, in her life, в ее семье in her family, и в ее доме. And in her household, во имя Иисуса in the Христа mighty name of Jesus. Я благодарю Тебя, Отец, I thank you, Father, что это уже происходит, that this already is happening, потому что Твое Слово живое. Because your word is living. Amen. 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 Так, і я думаю, що там є ще маленький подарочок. A little gift from the church Light of the World. Flowers and a shirt. Чистим серцем і устами, честь і славу воздаю. Славить Бога небесам. Славить Бога, славить Бога. Знаєте, інтересна вещь. Interesting thing. Прошлое воскресенье я Катюшке сказал. Last Sunday I told Katya. Я говорю, обычно девушкам мы дарим цветы. Usually when a girl steps into a А вот ребятам прошлое воскресенье первый раз мы подарили футболки. Last Sunday two young brothers stepped into a membership and they got shirts. Я говорю, что бы ты хотела? I said, Katya, what do you want? Она говорит, и то, и другое. She said, the flowers and the shirt. Love it! Будь благословена, Катюшка. Yes.
вас был в прошлое воскресенье в служении? Who of you was here last Sunday? 30 человек. 30 people. Те, кто не были, those who weren't here, я вам сегодня напомню I will remind you то, о чем я уже говорил в прошлое воскресенье. Of what I spoke about last кто Sunday? Из вас помнит, какую тему я проповедовал who в прошлое воскресенье? What topic I preached about last Сережа, Sunday? О чем я говорил? Serge, what did I preach about? О царях и священниках. About kings and priests. Вам нравится эта тема? Do you like this topic? Слава Богу! Praise God. Итак, если у вас есть Библия, and so if you have your Bibles, я опять же прочитаю два места Писания, I again will read two scriptures, которые я читал в прошлое воскресенье. That I read last Sunday, и сегодня я буду больше говорить о священниках. And today I will speak more about priests, но поскольку эти два служения переплетены между собой, but because these two ministries intertwine in between each я other, буду продолжать говорить и о царях. I will continue to speak about kings. Итак, откройте, пожалуйста, первое послание Петра. And so please open up to 1 Peter. Это вторая глава. It is chapter 2. Стихи 9 и 10. Verse 9 and 10. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Кто из вас верит? Who of you believe что это слово написано вам? That this word is written for you. Amen. Amen. Это слово this написано каждому верующему человеку. For everyone who believes. Петр говорит, Peter says, вы род избранный. That you are a chosen generation. Вы цари и священники. You are priests and kings. Вы народ святой. You are a holy nation. Вы люди, которых Бог отделил для себя. You are people that God has separated для чего? For himself. For what reason? Чтобы возвещать to proclaim совершенство. The supernatural, совершенство the supernatural, or the sovereignty нашего Господа. To our God. Не такого показывать Господа, not to show the но совершенного this, Бога, but as a perfect and sovereign великого God, Бога, a great God, Бога, который спасает, a God who saves, Бога, который прощает, a God who forgives, Бога, который любит, a God who loves, невзирая на нашу жизнь, not looking at our lives, невзирая на наши поступки, not looking at our actions, которые неугодны Ему, that are unpleasing Он продолжает to нас любить, He continues to Он love продолжает us. Стучать в наши сердца, to knock into our чтобы hearts, мы повернулись лицом к Нему. Turn our faces towards him. Такого Бога that kind of God. Бог призвал тебя и меня God has called you and I возвещать в этом мире. To proclaim him in this и дальше world. Он говорит, and further he says, что некогда мы не были народом. That once we were not a people. Некогда мы не имели милости. Once we didn't have mercy. Но сегодня But today, Бог назвал нас своими. God has called us his мы own. Дети Божьи. We are the children of God. Мы дети Божьи. We are the children of God. Отец, который живет на небесах. A father that lives in the heavens. Это наш родной отец. Is our own father. Это наш папа. It is our dad. Аллилуйя. Hallelujah. 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 Он явил свою величайшую милость He has shown his great mercy в Иисусе Христе in Jesus Christ каждому человеку. To each person. Следующее место. The next scripture Откровение 5 глава. Is Revelation стихи chapter 5, с 8 по 10. Verses 8 through 10. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Now, when he had taken the scroll, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
And they sang a new song, saying, You are worthy to take the scroll and to open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. Итак, Господь дал откровение Иоанну. And so the Lord has given a revelation to John. И в этом откровении Иоанн увидел, And in this revelation he saw, что была книга, that there was a scroll, и не было того, кто мог снять печати и открыть эту книгу. Would be able to open up this book or this scroll. Но вот пришел Агнец. But then here came the Lamb. Пришел Агнец, came the Lamb, который может снять печати, that can take the seal, который может открыть эту книгу. That can open the scroll. И поэтому Иоанн говорит, And so therefore John says, я увидел, that I saw, что четыре животных, that there were four creatures, 24 старца, and 24 elders, они пали пред Агнцем, they fell before the Lamb, и они пели новую песню. They sang a new song. Это совершенно новая песня. This is a completely new song. Hallelujah. Hallelujah. Когда мы приходим к Богу, When we come to God, Бог дает нам новую песню. God gives us a new song. Не те песни, которые мы когда-то пели. Not the songs that Бог we дает sing, нам новую песню. But God gives us песню a new song, любви. A song of love, любви Господа нашего. Of love towards our Иисуса God and Христа. Our Lord, Jesus Christ. И они пели. And they sang, ты достоин. That you are worthy, потому что ты был заклан за нас. Because you were slain for и кровью твоей and with your ты blood, искупил нас. Богу. You have redeemed us to our God. And further, они говорят, they say, ты сделал нас that you have made царями us и священниками Богу. Kings and priests to our God. Я хочу подчеркнуть это. And I'd like to highlight this. Мы не сами стали царями и священниками. That we didn't just become kings and priests by ourselves. В Иисусе Христе in Jesus Christ, Он сделал нас He made us царями kings и священниками нашему Богу. Итак, в прошлое воскресенье so Sunday, я немножко поговорил уже о царях. I spoke a little bit about Кто kings, такие цари? Who are kings. Первое, First, слово царя имеет величайшую силу. The words of a king have great Если царь power. Сказал помиловать, If the king said, have mercy будет on someone, помилование. There will be mercy. Если царь сказал наказать, If the king said to punish, будет наказание. There will be punishment. Цари, Kings, бодрствуйте, что вы говорите. Be awake and aware of what Иисус you say. Сказал, Jesus все, что вы свяжете на земле, вашими словами, words, будет связано. It will be все, что вы развяжете, that you loosen, будет развязано. It will be loosened. Милые мои, My dear ones, молитесь, pray, пусть Дух Святой that the Holy Spirit откроет вам, would open up сколько to вы you, уже навязали, how many things we и сколько вы уже связали. And how many we и в молитве have bound. Перед Богом and in prayer before постарайтесь God, развязать try to loosen каждого, everyone, кого вы связали своими that you устами. Have bound with your words. Наши слова имеют величайшую силу. Величайшую силу. They have great power. Иисус также сказал, Jesus also said, что за всякое праздное слово, that for every idle word, которое скажут люди, that people они будут say, отвечать перед they will Богом. Give an account before God. Слово, with the word, которое мы говорим с властью, that we speak with потому что мы имеем власть от Господа, because we have authority from God, но иногда мы говорим безответственно, and sometimes we speak не думая without even об этом. Thinking, Not even thinking Часто about это проклятие. Oftentimes it's a curse За эти слова For these words, мы будем отвечать перед Богом. God. Поэтому сегодня есть день, Therefore, today is a day мы можем порассуждать, where we can think склониться about it, перед Богом to kneel before God, и развязать and to loosen все, что мы навязали everything that we have bound без Господа without God или против Господа. Or against God. Итак, кто такой царь? And so who is a king? Царь Это человек, a king is a person который служит людям, that serves the people, я подчеркиваю, I highlight, который служит людям that serves the people от имени Небесного Отца, from the name of the Heavenly Father, не которому служат. Not of whom people serve him. Запомните, remember, когда вы видите служителей, that when you see ministers, которым все служат, that everyone serves them, бегите от них, run away from потому them. Что истинный служитель, because a true minister, он служит всем, he serves как everyone. Иисус Христос. How Jesus Он склоняется Christ на колени. He kneels on Он омывает knees. Ноги. He washes Он their идет feet. Туда, He goes there, где есть грешники, where there are sinners, где есть мытари. Where there are Он ест sinners, и пьет and he там, is где блудницы. Where there Там, are где грешники, where there are sinners, Он идет туда, he goes there, где люди нуждаются where в спасении. People are in need of salvation. Это настоящий слуга. That is a true servant. Поэтому Therefore,
призвание царя служить людям от имени Небесного Отца. Иисус сказал, я пришел, чтобы явить моего Отца, чтобы исполнить волю моего Отца. Иисус не прославлял себя, Он не являл себя, Он являл своего Небесного Отца. Итак, для тебя и меня сегодня служение заключается в том, чтобы через Иисуса Христа, через Его Святой Дух в нашей жизни и в нашем служении явить Небесного Отца, который есть Царь Царей и Господь Господствующий. Итак, кто такой священник? Священник — это человек, который служит Богу от имени народа, который ходатайствует перед Богом за окружающих людей. И я сегодня больше буду говорить об этом. Я хочу сделать маленькое предупреждение, хотя я уже его и сделал немножко, но для этого я хочу прочитать еще одно место Писания. Это Матфея 20 глава, стихи с 25 по 28. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». But Jesus called them to himself and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Yet it shall not be this way among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Вы знаете, цари земные, you know that the earthly kings, как и законы земные, as the laws of они this world, отличаются от царей Царства Божьего. They are different from the kings and the kingdom так же, как of и законы God. Царства Божьего, just они отличаются от законов этого мира. God are different from the king, from the пришла laws мать of this двоих world. Сыновей к Иисусу. There was a mother of two sons that came to и она Jesus, начала просить. And she started to ask, Господи, Lord, я бы очень хотела, I would really чтобы want мои два любимых сыночка my two favorite sons, сели в Царстве Твоем sit in your kingdom, по обе стороны от Тебя. Both sides один you, по правую one on your right hand, и другой по левую. And one on your left. Иисус ответил им на and этот Jesus вопрос. Answered them their question. Но в это время другие ученики начали возмущаться. And at this time, the other disciples became upset and angry. Вы что, ребята, лучше других, что ли? Do you think you are better than others? Нас здесь 12. There are 12 of us here. А вы уже хотите выпрыгнуть and вперед. You already want to jump out in front. Маму послали. You sent your mother. Иисус, увидев это, Jesus, seeing this, Он объяснил ситуацию. He explained the situation. И Он говорит, and he says, цари земные that the earthly kings, и вельможи земные and the laws of the earth, они господствуют над ними. They lord over them, то есть over в их разуме so in their minds, они понимают так, как видят. They understand how they see. Иисус говорит, and Jesus но законы Царства Божьего that the laws of the они kingdom совершенно of God, другие. They are completely different. Они совершенно отличаются от законов этого мира. Иисус говорит, says, кто хочет быть большим, greatest, другими словами, so in other words, кто хочет быть царем, to be a king, тот будь всем слугою. Then be a servant to everyone. Хочешь быть царем? You want to be a king? Будь всем слугою. Then be a servant to и everyone. Дальше он говорит, and further he says, и кто хочет that whoever desires подняться выше, to go higher, он должен быть рабом. They have to be a slave. Я хочу сказать вам, and I would like to say настоящие служители Царства Божьего, that true servants of the kingdom of God, они уподобляются Иисусу Христу. They follow the footsteps of Jesus Christ. Amen. Amen. Иисус говорит, Jesus says, возьмите пример с меня. That take an example я пришел from me. I have come, не для того, чтобы мне служили, not for people to но я пришел me, и я служу. But I have come and I serve, и не только служу, and not only I serve, но я готов отдать свою
свою жизнь для искупления многих. Вот это настоящее служение. Это настоящее служение царей в Царстве Божьем. И еще одно место. Это первое послание Коринфянам. 4 глава, 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. You are already full, you are already rich, you have reigned as kings without us, and indeed I could wish you did reign, that we also might reign with you. Вы знаете, это искушение всегда приходит в церковь. You know, this temptation always comes in the church. Это искушение всегда приходит в жизнь лидеров. This temptation always comes into the life of the leaders. Но апостол Павел говорит, But Apostle Paul says, вы уже присытились, that you are already full, вы уже обогатились, you are already rich, у вас уже все есть, you already have everything, вы уже устроили царство, you have already built your kingdom, сели на троне, you sat on the throne, и сидите, and you're sitting и ждете, there, чтобы вам кто-то служил. For someone и дальше to serve он говорит, you. And further he о, says, если бы вы на самом деле царствовали, oh, if you have truly reigned without о, если бы вы действительно стали царями, if you truly did become о которой говорит Слово Божье, as the word of God speaks, если бы вы действительно стали теми царями, if you truly became those kings, которые способны служить, that are able to serve, для того, чтобы приобрести очень многих людей to obtain many people в Царство Небесное. Into the kingdom of God. Итак, мы немножко поговорили о царях. And so we spoke a little bit about kings. И теперь я хочу поговорить о священниках. And now I'd like to speak about priests. Священник, я уже сказал, a priest, I've already said, это тот человек, is that person, который предстоит перед Богом that stands before от имени людей. From the name of the people. Вы знаете, очень часто в жизни You know, oftentimes in life, люди ищут настоящего священника. People search for a true priest. Это не обязательно должен быть человек, который рукоположен на служение. It doesn't exactly have to be a person that is ordained for ministry. Люди ищут человека, People look for a person, который послужит им, that will serve them, который сможет помочь им, that will be able to help them, соприкоснуться с Господом. To come in contact with God. Иногда человек впадает в грех. Oftentimes the person falls into sin. У него нету силы. And they have no strength. У него нету веры. They have No faith, чтобы пробиться в присутствие Божье. Ему кажется, God, что Бог его забыл. Ему кажется, что Бог отвернулся от него. Ему кажется, что для него нет спасения. No и вот ты и я, мы призваны цари и священники великого Бога. Мы те люди, которым мы можем послужить. Аллилуйя. Мы те люди, которые можем взять тяжесть греха или тяжесть проблем того или иного человека и понести перед Богом. Я однажды встретился с одним молодым человеком. Я разговаривал с ним. И действительно, у него не было никакой веры в Бога. Хотя он родился в христианской семье, он ходил в церковь, He went to church, но в это время but at that time, он не был готов молиться. He wasn't ready to pray. И когда я разговаривал с ним, And when I spoke with я him, сказал, I said, давай мы склонимся перед Богом, Let us kneel before и мы будем God, молиться. And we will pray. И когда мы склонились, And when we kneeled, Дух Святой the Holy Spirit наполнил мое сердце. Filled my heart, я просто обнял его и начал him, молиться о нем. And started to pray и в этот момент moment, человек открыл уста, the person opened и он начал mouth, говорить все вещи, they started to speak all the которые things держат его. That keep him. Я не знаю, как это произошло, I don't know how this happened, но Дух Святой обнял меня настолько, has filled me so что я much, начал каяться that I started to repent во всех его грехах. In all of his sins. Аллилуйя! Аллилуйя! Я начал нести перед Богом все грехи этого человека. Когда молитва закончилась, я посмотрел в его глаза. Его глаза сияли. Он был совершенно свободен. И я сказал, благодарю тебя, Господь, что ты помог. Что ты помог этому человеку. Благодарю тебя, Господь, что ты любишь этого человека настолько, so much, что твой Святой Дух наполнил меня, ходатайствовал о нем.
to intercede и он получил прощение. Итак, священник and so a priest, это тот человек, is that person, который ходатайствует перед Богом God, не только за себя, not only for himself, не только за свою семью, not only for не his только family, за своих детей, not only for не his только children, за своих родственников, not only for хотя his relatives, это мы должны делать в первую очередь, need to do this in the first place, потому что кто не заботится о своих, care for their own, кто не стоит перед Богом о своих людях, о близких, родных. For their own relatives. Писание говорит, что этот человек хуже неверующий человек. Поэтому мы должны стоять therefore, перед Богом, но не только за своих. Own, мы должны стоять перед Богом за всех окружающих нас людей, чтобы спасение so в Иисусе Христе коснулось многих сердец. Писание говорит, что наш Иисус Христос, Он Царь, и Он Священник по чину Мелхиседека. Аллилуйя! Hallelujah. Он Царь, и Он Священник. И я хочу прочитать вместе с вами like послание к евреям, Hebrews, 7 глава, chapter 7, стихи с 24 по 27. Verses 24 through 27. Здесь говорится об Иисусе. Here it speaks about Jesus. А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, потому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. But he, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Therefore, he is also able to save to the utmost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. 26. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Who does not need daily, as those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins and then for the people's. For Итак, then, for this he did once for all when he offered up himself. Итак, апостол Павел объясняет, and so Apostle Paul explains что Иисус Христос, that Jesus Christ, он первосвященник, he is a priest, который постоянно ходатайствует that constantly intercedes за свой народ, for his people, который ходатайствует за людей that intercedes перед for the people небесным Отцом. Before the heavenly и я верю, Father, and I believe что благодаря его ходатайству that, thankfully, to his мы сегодня intercession, здесь. We are here today. Amen. Amen. Благодаря его молитве thankfully, мы сегодня здесь. We today are однажды here. Иисус обратился к Петру и сказал, once Jesus turned to Peter and said, Петр, Peter, сатана просил, Satan has asked, чтобы сеять вас как пшеницу. To disperse you as wheat. Но он говорит, but he says, я молился о тебе. That I prayed for you. Я ходатайствовал о тебе. I interceded for you. Чтобы твоя вера не оскудела. So that your faith would not grow weary. Чтобы твоя вера оставалась на высоте. So that your faith would be high. Очень часто. Oftentimes, когда мы падаем, when we fall, когда приходят проблемы в нашу жизнь, when problems come into нам тяжело our life, молиться, it is hard for us нам to тяжело pray, служить, it is hard for us to в этот serve, момент in that moment, Иисус, Jesus, Он ходатайствует he о нас. Intercedes Он for молится us. О тебе и обо мне, for you and me, чтобы твоя и моя вера so that, она не оскудела, would not grow чтобы weary, твоя и моя вера, so that our faith, она поднималась it would на высоту. Аллилуйя! Это истинный первосвященник, it is a true high priest, истинный ходатай, a true intercedor, и желание его, and his desires, чтобы все его последователи so that all of his followers взяли пример с него. Would take an example from him. Писание говорит, the scriptures say, каков Христос, that how Christ is, таковы Христовы. That is those of не правда Christ, ли? How they are. Isn't каков that true? Христос, how Christ is, мы носим его имя. We carry his name. Он Христос. He is Christ. А мы кто? And we are христиане. We are Christians. Hallelujah. Hallelujah.
Мы те же. We are His. Мы помазаны тем же Духом. We are anointed with the same Spirit. Тот Святой Дух, that Holy Spirit, который однажды сошел на Иисуса Христа. That have once came upon Jesus Christ. И Он сказал, and He says, что это помазание дано мне, that this anointing is given to me, чтобы проповедовать to preach, пленным освобождение, freedom to the captives, слепым прозрение, the, healing for the blind. Отпустить измученных на свободу. To let the captives go free. Проповедовать лето Господне. To preach the great, юбилейный year год of jubilee. Для всякого человека. For every person. То же самое помазание the same anointing имеем мы we have от Него. From him. И у нас то же самое призвание. And we have that same calling. Поэтому воля Божья therefore, the will of God в Иисусе Христе, in Jesus Christ, чтобы каждый человек, so that every person, я еще раз подчеркиваю, I say once again and чтобы highlight, каждый человек, every person, он занял служение священника. Would take the ministry of a priest. С течением времени with time, люди начали верить, people started to believe что священники в церкви that priests in the, это только те, которые рукоположены на служение, are only those that are ordained in ministry, это те, are those которые призваны Господом that are called by для служения. God for a ministry, и поэтому and therefore, огромный процент христиан, a huge percentage of Christians, они практически не делают ничего. They practically don't do anything. И они не хотят ничего делать. And they don't want to do anything. Они смотрят. They look. У нас есть пастор. We have a pastor. У нас еще есть служители. We have other leaders. У нас есть диаконы. We have deacons. У нас есть проповедники. We have preachers. Вот они пусть и делают. Well, let them do. Я хочу немножко разбить такое мнение, если у кого-то из вас есть такое мнение. And I would like to break this thinking if any of потому you have this thinking. Лидеры церкви, because the leaders of the church, они не могут охватить все служение. They can't capture они all призваны of the ministry. They are called для определенного служения, for an appointed ministry, которое они выполняют. That they fulfill. Давайте мы посмотрим Ефесянам 4 глава. Let us look at Ephesians chapter 4. Стихи с 11 по 16. Verses 11 through 16. Здесь говорится, here it says, что Иисус Христос, that Jesus Christ, поставил одних апостолами, gave some to be apostles, других пророками, some prophets, иных евангелистами, some evangelists, иных пастырями, and some pastors, и некоторых учителей. And some teachers. Для чего? For what? Давайте прочитаем. Let us read. 12 стих говорит. Verse 12 says. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. For the equipping of the saints for the work of ministry for the edifying of the body of Christ. Для чего мое служение? What is my ministry for? Я уже говорил, когда я Катюшку благословлял I've already сегодня. Said when I blessed Katya. Мое служение заключается в том, my ministry is that чтобы помочь вам состояться в вашем служении. To help you stand firm in your ministry. Чтобы сделать вас совершенными. To make you perfect. Чтобы помочь вам выполнить то служение, to help you fulfill that ministry, для которого Бог призвал вас. For which God has called you и дальше, 13 стих говорит, and then verse 13 says, доколе все придем в единство веры, и познание Сына Божьего, у мужа совершенно, у меру полного возраста Христова. Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. But speaking the truth in love may grow up in all things into him who is the head, Christ. From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love.
Вы помните, когда Иисус имел свое служение? You remember when Jesus had his ministry? Он сначала избрал 12 учеников. He first chose 12 disciples. Он учил их. He taught them. И начал посылать их. And he started to send them out. По два человека. Two by two. Туда, куда он сам не успевал пойти. To go where he was not able to go yet. Но посмотрев, and looking, что жатвы очень много, that the harvest is very он great, призвал еще 70 he учеников. Called 70 more disciples, и тех начал посылать. And he started to send those out то as же well. Самое сегодня происходит в the церкви. Same is happening in the church. Мы не приходим в церковь только, чтобы we don't посидеть. Come to church just to sit. Мы приходим в церковь, we come to church, чтобы расти духовно. To grow spiritually. Бог поднял дары в церкви, God has raised up gifts через in the которые church, through which мы получаем пищу, we receive food, и мы растем, and we grow, чтобы мы не оставались больше so младенцами. We wouldn't be, so we wouldn't stay as children. Потому что младенца очень легко можно совратить в любую сторону. It's easy to take them to a different direction. Но совершенные люди, but, complete people, прежде чем они поворачивают, before they turn, они поворачивают голову, they turn their head, и смотрят, нет ли кого справа. And they look if there's somebody они to включают the right. Поворот. They turn their они turn готовятся signals. К повороту. They prepare они for думают, to turn. They think, поэтому апостол Павел говорит, therefore, apostle Paul says, что в церкви that in the church, мы растем, we grow, мы поднимаемся, we raise up, чтобы достичь возраста Христова, to come to the fullness of Christ, чтобы быть и воистину быть царями и священниками Богу. Kings and priests to our God. Итак, and so, сейчас я хочу показать I would like to show один пример из Ветхого Завета, from the Old Testament, как работают ходатаи. How intercession и что вообще works. Такое ходатай или заступник. And what is intercession? Давайте мы откроем книгу числа. Let us open up to the book of Numbers. 16 глава. Chapter 16. Стихи 44 по 48. Verses 44 through 48. Вы знаете, когда Бог вел народ израильский из Египта, you know, when God was leading the people out of Egypt, не во всех людей было достаточно веры. Not all the people had enough faith. Не все люди признавали Моисея за лидера. Not all the people acknowledged Moses as the leader. Но я хочу вам сказать одну вещь. But I would like to say to you one thing. Когда Бог поднимает лидера, that when God raises Он дает leaders, ему помазание. He gives them an anointing. Много лет назад, many years ago, в моей жизни была очень-очень-очень трудная ситуация. In my life, there was a very, very hard situation. Я молился перед Богом, and I prayed before God, потому что мне было очень тяжело. Because it was very difficult for me. И Дух Святой проговорил ко мне. And the Holy Spirit spoke to и Господь сказал, and he said, сын, the son, твое помазание, your anointing, которое я дал тебе, that I have given оно to you, охраняет тебя. It protects you. Hallelujah. Hallelujah. Я воспрянул. I was воистину, overjoyed, truly. Я прошел через всю мою жизнь. I have walked through my whole life. Я больше 30 лет служений. More than 30 years of ministry, и я видел, and I saw как помазание, how the anointing, которое Господь дал мне, which the Lord had given оно охраняет me, as it protects, и защищает меня. And it keeps me safe. Hallelujah. Hallelujah. Воистину, truly, это величайшее откровение. This is a great revelation. Поэтому были люди, therefore, there were people, которые возмущались против Моисея. That rose up and got angered. Фактически, они шли против against того Moses. Помазания, so they were going against that которое anointing Бог дал Моисею. That God had given to Moses. И Господь, and the Lord, Он вступался за Моисея. He, stood for Он Moses. Защищал Моисея. He protected Moses. И вот в очередной раз so time, Господь прогневался на народ, people, который возмутился против Моисея и против Moses Господа. И поэтому я читаю 44 стиха. So 44. «И сказал Господь Моисею, говоря, отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение, но они пали на лица свои». And the Lord spoke to Moses, saying, get away from among this congregation, that I may consume them in a moment. And they fell on their faces. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение.
So Moses said to Aaron, take a censer and put fire in it from the altar. Put incense on it and take it quickly to the congregation and make atonement for them. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества. И вот уже началось поражение в народе. И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. For wrath had gone out from the Lord, the plague has begun. Then Aaron took it, as Moses commanded, and ran into the midst of the assembly. And already the plague had begun among the people. So he put in the incense and made atonement for the people. And he stood between the dead and the living, so the plague was stopped. Итак, Господь сказал Моисею и Аарону, to Moses and to Aaron, отойдите в сторону от этого общества. Move away from this congregation. Потому что их грех. Because their sin. Я уже не могу больше терпеть. I cannot handle anymore. И я хочу поразить их. And I want to punish them. Но что сделал Моисей и Аарон? But what did Moses and Aaron do? Первым, что они сделали, the first thing they они did упали на лица свои. Is they fell on their faces. И затем Моисей повернулся к Аарону и сказал, and then Moses turned to Aaron and Аарон, said, Aaron, беги, run, бери кадильницу, take the censer, ложи огня с жертвенника, put fire in it from the ложи altar, курение, put the incense, и беги, and quickly, защищай народ, run, потому что уже the началось поражение. Because the plague has begun. Аарон взял кадильницу, Aaron took the censer, и он побежал, and he ran. Фактически, practically, Аарон взял, принял удар на себя, Aaron took the hit потому upon что himself, началось поражение. Because the plague и Аарон had begun, начал бегать. And Aaron started и он начал to run, разделять. And he started to он divide. Провел линию he took the между line мертвыми и живыми. The dead and the living. Он заступился за народ. He stood for the и nation. Это пример and this is an example истинного священника, of a true priest. Которую и истинное священство, которому призвал Бог тебя и меня. Of whom God has called you and I. Очень часто oftentimes, люди смотрят, people look, о, этот уже столько нагрешил, oh, this person has sinned so придет much. Наказание Божье. Punishment of God и когда приходит наказание, and when the punishment люди comes, стоят и смотрят. The people stand and ну, watch. Я же говорил, well, I've said, ну я же знал, well, I knew что с тобой такое произойдет. That this will happen with ты you. Же виноват в этом. You are guilty. Моисей и Аарон не поступили так. Moses and Aaron did not они видели, act что народ согрешил. They saw that the people had и однажды sinned. Бог сказал Моисею, and once God said to Moses, послушай, Моисей, look, Moses, я готов произвести от тебя народ. I am ready to bring a nation а этот народ out from я хочу уничтожить. But this nation I want to destroy. Моисей упал на лице свое Moses fell on his и сказал, Господи, and he said, Lord, прости этот народ. Forgive these people. Господи, Lord, прости этот народ. Forgive this nation. Но если ты не простишь, if you don't forgive, то изгладь мое имя из книги жизни. Then erase my name from the book of life. Это очень серьезно. And that is very serious. Это очень серьезно. It is very serious. Милые мои, my dear ones, Бог не призвал нас God did not call us смотреть на погибель to look at the людей, которые не знают Бога. Of people that don't know God. Бог не призвал нас God did not call радоваться наказанию Господа, rejoice in the punishment of God, которое приходит в чью-то жизнь. That comes into somebody's это не life. Наше служение. It is not our ministry. Наше служение our ministry, оно заключается в том, it concludes in чтобы that, стоять перед Богом to stand before у проломе God, in the gap, за каждого человека, for every person, чтобы стоять перед Богом to stand before God, и ходатайствовать день и ночь day and night, за каждого человека. For every person. И Бог обещает. And God promises, Бог обещает God promises отвратить свой гнев. To turn away his wrath, если найдется человек, if there will be a person, который заступится that will stand за того человека, for that person, который попал в грех. That is, caught in sin. В Библии мы находим очень много заступников. In the Bible we see many people. Вы помните? You remember, Эсфир, that Esther, она заступилась за свой народ. She stood for her people. Она рисковала многим. She risked many things. Когда она пришла во двор царя, when she came into без его приглашения, the presence of the king without his invitation, она рисковала многим. She risked many, much. Она she рисковала much. Своей жизнью. She risked her life. Но она была готова на это. But she was ready for ради this. Того, чтобы ее народ был спасен. For the sake of her people, вы her помните Авраама? You remember, он принял двух ангелов. He brought, he,
was in the presence of two angels. И когда он разговаривал с ними, and when he spoke with them, Господь говорит, the Lord says, я не могу утаить от тебя то, что я хочу сделать. I cannot take away from you what когда I want Авраам to do. Узнал, when Abraham found что города, out that в которых when, живет его племянник, the city where his nephew lived, они будут истреблены. That they will be destroyed. Авраам начал ходатайствовать. Abraham started to intercede. Господи, Lord, разве ты можешь погубить? Can you make these people праведника perish? С нечестивым? The righteous and the unrighteous? Бог говорит, нет. Lord says, no. Господи, Lord, может там 50 праведников? Maybe there's 50 righteous people. Бог говорит, я не погублю. The Lord says, I won't. А может меньше? Destroy the city. He says maybe there's less. Бог говорит, не погублю. The Lord says I won't destroy the city. А может там только 10, Господи? Maybe there's only 10, Lord. Бог говорит, не погублю. The Lord says I will not destroy. И разговор закончился. And the conversation ended. Но по ходатайству Авраама. But by the intercession of Abraham. Лот был спасен. Lot was saved. Ангелы вывели его из города. The angels took him out from the city. Поэтому ходатайство. Therefore intercession. Оно имеет величайшую силу. It has great power. И каждый из нас. And each one of us. Мы призваны. We are called быть ходатаями, to be interceders, ходатаями в Новом Завете, to intercede in the New Covenant. Вы также помните, and you also remember, Даниил ходатайствовал о народе. Daniel interceded for the people. 21 день. 21 days. Он был в посте. He was in a fast. И он молился перед Богом. And he prayed before God. И через 21 день and after 21 пришел days, ответ от Господа. An answer came from в чем заключалась молитва Даниила? What was Daniel's prayer like? Он сказал, he said, Господи, Lord, мы согрешили перед Тобою. We have sinned before you. Я не думаю, I don't think что Даниил в тот момент был грешником. That Daniel was a sinner at Бог that слышал moment. Его. God heard он имел him. Близкие взаимоотношения с Богом. Relationship with God. Бог спасал его там, где он был между львами. God saved him there where he was in the во многих ситуациях Бог спасал его, in many situations, God saved потому что он был близок с Богом. Because he was close with God. Но в этот момент он молился. But at that moment he prayed. Он отождествил себя со всем народом Израиля. He counted himself as among the whole nation of Israel. И он сказал, Господи, and he said, Lord, мы согрешили перед Тобой. We have sinned before you. Мы, we, князья наши, our kings, мы не слушали рабов Твоих пророков. We didn't listen to your servants, the prophets. Мы поступали так, как мы хотели. We acted as we wanted. И он сказал, and he said, но у Тебя, Господи, милость. But you, Lord, have mercy. А на наших лицах стыд. And in our faces we have shame. Воистину, truly, когда мы начинаем ходатайствовать о ком-то, when we start to intercede for someone, нам придется it happens this брать way, чей-то грех на себя. To take someone's sin upon ourselves. Вы меня, наверное, неправильно поняли. You probably didn't understand me мы correctly. Не должны делать тот же грех. We don't need to do that same sin. Мы в этот момент in that moment, мы можем взять этот грех we на can себя take this sin и исповедовать его перед Богом, to confess it before нести God, перед Богом, to carry it before для того, чтобы God, человек получил so that прощение. A person can receive forgiveness. Иисус сказал, Jesus said, кому вы простите, that who you forgive, тому будет прощено. Then it will be forgiven. На ком вы оставите грех, whom you will leave the sin, на том будет оставлен. Then it will be, мы will имеем be left. Царскую власть. We have a king, и мы священники priest, and we are priests, Богу нашему. To our God. Поэтому Бог дал нам so therefore God has given силу us и власть, power and authority, чтобы ходатайствовать за людей, to intercede for the people, чтобы люди получали спасение. So the people will receive salvation. В прошлый раз я говорил историю апостола Павла. Last time I spoke of the story of Apostle Paul. Он находился на корабле. He was on a ship. Много людей находилось на корабле. There were many people on the ship. Больше 200 человек. About more than 200 people. Это была команда, которая обслуживала корабль. It was the group that was the crew on the ship. Это был капитан корабля. It was the captain of the ship. Это были воины или полицейские. There were soldiers or police officers. Которые охраняли тех, кто был осужден. That protected those that were judged. Или кто плыл, чтобы предстать пред судом. 14 дней. 14 days. Корабль попал в шторм. The boat was caught in a storm. 14 дней. 14 days. Они не видели солнца. They didn't see the sun. Корабль било волнами. The waves were hitting и люди не имели никакой надежды на and спасение. They had
no faith for salvation. Но в это же самое время. But at that same moment. Не 21 день, как Даниил. Not 21 days as Daniel. Но на одну неделю меньше. But one week less. Апостол Павел. Apostle Paul. Он молился перед Богом. He prayed before 14 God. Дней. 14 days. Он стоял в проломе he перед stood Богом. In the gap before God. Вы скажете, где ты это прочитал? You may say, where did you read this? Я увидел это из последних слов Павла. I saw this from the last words of Paul. Которые он говорил на палубе. That he was speaking. 14 дней. 14 days. Он стоял в проломе за всех этих людей. He was standing in the gap for all of these people. И через 14 дней. And after 14 он days. Он поднялся наверх корабля. Went up to the top deck of the boat. И он начал говорить. And he started to say. Воины его слушали. The prisoners were listening to him. Хотя не prisoners. Oh, the soldiers. Солдаты. The soldiers. И полицейские. And the officers. И капитан корабля слушал его. And the captain of the ship. Его слушали все. Everyone listened to him. Он стал как царь. He stood up as a king. И он заявил. And he proclaimed. 14 дней я молился. That 14 days I prayed. И ангел Бога моего. And the angel of my Lord. Он пришел ко мне. He came to me. И он ответил мне. And he answered me. И он сказал. And he said. Никто не погибнет. That no one shall погибнет perish. Только корабль. Only the ship will perish. И это еще не все. And that isn't just it. Ангел сказал, the angel said, что всех людей, that all the people, которые здесь на этом корабле, that are here on this ship, Бог даровал мне. God has given to почему? Me. Why? Потому что Павел ходатайствовал перед Богом за каждого из этих людей. Он не спал, как Иона, где-то внизу корабля. He didn't sleep as Jonah did somewhere on он ходатайствовал перед Богом. He interceded. И он получил точный ответ от Господа. And he received an exact что answer нужно from делать. The Lord, what he needs to и do. Как царь, and as a king, он взял управление кораблем на себя. He took the direction of the ship upon himself. Он сказал воинам. He said to the soldiers. Если команда корабля убегит, мы не спасемся. Если команда корабля уплывет, оставит корабль. If the crew of the ship will leave the boat, мы не спасемся. Then we will not be saved. И поэтому воины увидели. And therefore the soldiers saw. Команда корабля уже лодку спустила вниз. Oh, the crew of the ship has put они down the little веревки. Boat. They cut off the rope. Следующее. Then, он сказал, нам нужно всем покушать. He said, we all need to eat. Мы будем выброшены на остров. We will be thrown out onto an island. Но нам придется по воде добираться до берега. But we will have to swim нам to нужно the shore. Всем покушать. We all need to eat. И перед всеми он преломил хлеб. And before everyone, he broke и начал the bread. Кушать. And he started и все to люди eat. Ободрились. And all the people were они encouraged. Тоже приняли пищу. They also took some Hallelujah. Food. Hallelujah. Вы знаете, это величайшее служение, you know that this is a great ministry, которому Бог призвал каждого из God нас. Has called each one of us. Я еще раз подчеркиваю, I highlight once again, не мы сделались царями и священниками. We have made ourselves kings and priests, он сделал. But he has made, он сделал he has made нас царями и священниками kings and priests Богу. To our God. Поэтому therefore, через наше служение ministry, имя Господа прославляется. Когда мы исполняем наше служение, ministry, когда как цари kings, мы склоняемся kneel, и служим другим людям, people, когда как священники priest, мы склоняемся kneel, и ходатайствуем перед Богом о других людях, people, тогда имя Божье прославляется Lord в спасении, в исцелении healing, и в других чудесах, miracles, которые Господь совершает своим Святым Духом. Однажды один человек спросил у меня, у вашей церкви чудеса есть? In your church, do you have miracles? Я говорю, есть. I say, yes. Какие? What kind? Я говорю, люди спасаются. I say, people are saved. Это разве чудо? Is that a miracle? Самое большое чудо. It's the greatest miracle. Когда блудный сын вернулся. When a lost son has come home. Вы помните, что отец сказал? You remember what the father said. Он говорит, he says, этот сын мой был мертв. My son was dead. И ожил. And now he is Hallelujah! Alive. Hallelujah. Это чудо воскресения. That is
The miracle of resurrection. My son was dead. And he became alive. He was lost. But now he is found. Величайшее чудо, that is the greatest miracle, которое я вообще видел в своей жизни. That I've ever seen in my life. Да, исцеление это чудо. Yes, healing is да, a miracle. Когда открываются глаза слепых, yes, это when the чудо. Eyes of the blind are opened up, it's a miracle. Но после того, как открылись глаза, but after the eyes are opened up, Иисус поворачивается Jesus и говорит, turns and he says, иди и впредь не греши. Go and sin no more. Чтобы не случилось чего хуже. So that something worse would not Но величайшее чудо, but the great miracle, когда воскресают мертвые, is when the dead arise. Мертвые для Господа становятся живыми и начинают служить Господу. Это величайшее чудо. Итак, каждый священник, он молится. Каждый священник, он молится. Он ходатайствует перед Богом. И поэтому я немножко хочу остановиться на молитве. Иакова 5 глава 16 стих. James chapter 5 verse 16. Я читаю вторую часть стиха. I read the second part of the scripture. Много может усиленная молитва праведного. The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Много может усиленная молитва праведного. The prayer of a righteous person can do much. Иногда у нас нет веры. Oftentimes we don't have Но Писание говорит, but the scriptures say, усиленная молитва праведного, that the effective fervent prayer of a righteous man, it can do many things. Итак, чем мы усиливаем нашу молитву? And so in which way do we make our prayer Молодые effective? Ребята, or strengthen our prayer? Young у кого people, есть машина и турбо на двигателе? Who has a car and has a turbo? Давид, у тебя есть турбо, да? You have a turbo. А для чего турбо существует? What is the turbo for? Go faster. To go faster. More power? Okay, more power. More power. How about a twin turbo? How about a twin turbo? Somebody has a twin turbo? Anyone have a twin turbo? У кого-то есть twin turbo на машине? Anyone has a twin turbo on their car? Вы знаете, выпускают машины, на которых стоит не одно турбо, а два. You know, cars are made some that don't have one turbo, but two turbos. Тот же самый reason. That for that same reason. Добавить силы. To add more power. Поэтому, когда мы говорим Therefore, when we об say усиленной молитве праведника, that from the effective fervent prayer я хочу of a righteous, I would like to speak. Где же в молитве турбо? Where is the turbo а где в молитве два турбо? And where prayer has two которые turbos, добавляют силы. That add more power. Молодым нравится. The young people like it. Иуда, 1 глава, 20 стих. Jude, chapter 1, verse 20. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Итак, молитва, and so prayer, усиленная Духом Святым, that is strengthened by the Holy Spirit, это все равно, что двигатель, it is the same на которого установлено турбо. As if you had a turbo. Он добавляет очень много лошадиных сил. It adds a lot of horsepower. Поэтому, когда мы молимся, so when we pray, когда мы ходатайствуем за людей, when we intercede for people, нам нужно позволять, we need to allow, чтобы Дух Святой ходатайствовал. The Holy Spirit to intercede. Потому что Павел говорит, because Paul says, что мы иногда не знаем, о чем молиться. That sometimes we don't know what to pray мы не знаем, for, в чем проблема. We don't know what the problem Но когда is, мы молимся Духом Святым, but when we pray in the Holy Spirit, то Дух Святой then the Holy Spirit начинает ходатайствовать. Starts to intercede по воле небесного Отца. By the will of the Heavenly Father. И Отец знает, and the Father knows какая мысль у Духа. What the thoughts Hallelujah. Of the Spirit are. Hallelujah. Как часто, молясь за других людей, oftentimes, when молясь praying Духом for other people, Святым, praying in the Holy ты начинаешь Spirit, понимать, you start to understand о чем Дух Святой ходатайствует о человеке. What the Holy Spirit is starting to intercede for the Поэтому person. Очень важно Therefore, it's very important в наших ходатайственных молитвах in our intercessory включать prayers Святой Дух. To turn on the Holy Еще Spirit. Одно место, Ефесянам 6:18. Another scripture, Ephesians 6:18. Павел говорит, Paul says, всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых.
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Это ещё одно подтверждение. Here is another confirmation. Когда мы молимся, when we pray, и когда мы просим, and when we ask, нужно включать Дух Святой. You need to turn on the Holy Spirit. Следующее. The next. Третья книга Царств, 18 глава. 1 Kings chapter 18. Стихи с 36 по 38. Verses 36 through 38. Таких мест мы можем найти больше. These scriptures we can find но even я просто more, выбирал самые яркие места. But I just, chose the most vivid ones. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия пророк и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Яковлев, да познают в этот день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и прожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and it licked up the water that was in the trench. Итак, пришел огонь с неба. And so fire from heaven came. На короткую молитву Илии. On a short prayer of Elijah. Почему это произошло? Why did this happen? Он начал обращаться к Богу. He started to turn to God. И в его молитве он обратился и сказал. And in his prayer he turned and said. Господь Авраама, Исаака, Иакова. Lord of Abraham, Isaac, and Israel. Услышь меня. Hear me. И дальше он говорит, and further he says, я хочу, чтобы эти люди познали, I want these people to know, что ты живой Бог. That you are a living God. Я хочу, чтобы эти люди, они отвратились от идолов, чтобы они увидели твою славу. So that they will see your и при этом он сказал, Господи, Lord, я все сделал по слову Твоему. I have done everything by your word. Я все сделал по слову Твоему. I have done everything by your word. Когда мы молимся, when we pray, по слову Божьему, by the word of God, то есть по воле Божьей, or by the will of God, Иисус говорит, что Jesus Отец Небесный that слушает. The Heavenly Father listens. Когда мы молимся, when we pray, по Слову Божьему, by the word of God, по воле Божьей, by the will of God, Он слушает нас. He hears us. А когда Он слушает нас, and when he hears Он посылает просимое. He sends us what we Итак, ask Twin for. Turbo. And so, Twin Turbo. Дух Святой the Holy Spirit, и Слово Божье. And the word of God. Дух Святой the Holy Spirit, и Слово Божье. And the word of God. Это та сила, it is that power, о которой говорит Иаков. That Jacob speaks много of, может усиленная молитва праведного. An effective, fervent усиливайте prayer can ваши do much. Молитвы strengthen your в вашем служении другим in your людям. Ministry towards other people. Не опускайте руки. Do not, продолжайте do not, стоять. Do not lay your hands at Если your side. Дети, continue to stand in the gap. Они отвернулись if your от Бога, children, if they have turned away from God, руки, don't leave your hands by your side. Continue to stand in the gap. Если ваши родственники, if your relatives, они отвернулись от Бога, if they have turned away from God, remember Бог дал вам власть that God has given you authority to bring them back Вы to God. Получили эту царскую you власть have received this kingly и власть священника, authority and the authority of a priest который будет стоять в проломе that will stand in the gap за этих людей. For these people. И я вам просто даю гарантию, and I just give you a guarantee, когда вы будете продолжать ходатайствовать that when you continue to intercede, за ваших друзей, for your friends, за ваших детей, for your children, за ваших родителей, for your parents, за ваших родственников, for your relatives, за ваших сотрудников, которые for работают your coworkers с вами, that work with you, я даю вам гарантию, I give you a guarantee, через короткое время that in a short period вы увидите of time, их, you will see them, стоящих рядом с вами, standing right next на коленях, on и славящих Господа, and praising God. Потому что эту гарантию дает Слово Божье. The word of God Hallelujah. Gives. Hallelujah. Итак, для того, чтобы нам and so for us исполнить то Слово Божье, that word of God, то ведение, которое Бог дал нашей поместной церкви, that the Lord has given to our local нам нужно
we need принять служение на себя to accept the ministry и быть царями, and to be kings, то есть истинными слугами, or true servants, истинными рабами, true slaves, каким был сам Иисус Христос. That Jesus Christ himself was. И в то же время And in that time, нам нужно стать истинными священниками. Не только рукоположенным служителям, но каждому человеку. Person, я еще раз говорю, again, каждому человеку. Person, это призвание принадлежит this каждому this человеку. И поэтому, чтобы исполнить Божье предназначение для нашей поместной церкви, church, нам нужно быть царями to be kings и священниками and Богу нашему. To our God. И я делаю для вас вызов. And I make a call to you. Я еще ни с кем об этом не говорил. I haven't spoke to anyone about следующую this. Пятницу But next Friday, у нас будет молитва, как обычно, в 7 часов. We will have prayer, usually at 7 p.m. Но я хочу обратиться ко всем, But I would like to turn to everyone, кто хочет молиться вместе со мной, who wants to pray along with me, ночью, at с 10 часов вечера, from 10 p.m. и до утра. And till the morning, мы будем ходатайствовать. We will intercede о тех людях, for those people, которые знаете вы, that you know, которых знаю я. That I know, мы будем ходатайствовать перед Богом. We will intercede before God. Бог не сказал, God did not say, испытайте меня в этом. Test me in this. Но я хочу, But I would like to, чтобы вера наша that our faith, и вера многих людей and the faith of many, она имела основание, на чем стоять. That it would have a foundation мы to будем stand молиться we will pray, и мы получим ответы на молитвы. And we will receive answers on prayers. Я в этом уверен. I am sure of this. Поэтому Therefore, в следующую пятницу next Friday, я не помню, какое это число будет. I don't remember exactly это, наверное, what date будет 8-е, да? It's probably the 8th. Да, 8-е число будет. So March 8th, в 10 часов вечера, at 10 p.m., то есть после основной молитвы, so after the original prayer at 7 мы будем здесь. We will be here. Я буду здесь. I will be here. И кто из вас захочет быть здесь, and whoever of you wants to добро be here, пожаловать. You are welcome. Мы будем практиковаться We will practice в служении священников. The ministry of a priest. И естественно, когда мы исполним это служение, and truly, when we fulfill в субботу this ministry, утром, Saturday morning, мы, как цари, we will be as kings, we'll serve people. И я верю, and I believe что Божья слава that God's будет glory сопровождать нас. Will follow us. Итак, сегодня у нас еще служение, and so we also have another ministry, о котором Иисус сказал, of which Jesus has кто said, не будет есть плоти Сына Человеческого, кто не будет есть that whoever will not eat плоти Сына Человеческого the flesh of the Son of Man, и пить Его крови, and drink His blood, тот не будет иметь в себе жизни. Will by no means have any это life очень in важное them. Служение. That is a very important милые service. Мои, My dear ones, это не просто хлеб. It is not just bread. Это не просто вино. It is not just это wine. Тело Господа нашего it is Иисуса the body Христа. Of our Lord Jesus Christ. Это кровь Нового Завета. It is the blood of the new covenant. Иисус сказал, Jesus said, когда мы будем есть, when когда we мы eat, будем пить, when we drink, мы будем иметь в жизнь в себе. We will have life in us. Внутри нас Inside мы of будем us, иметь силу для we жизни. Will have power for life. Силу, чтобы противостоять греху. We will have power to withstand силу, sin. Чтобы явить славу Божью we will have power to show the glory и служить of God другим людям and to serve через others это служение. Through this service. Поэтому сегодня And therefore today, мы будем совершать это служение в страхе Божьем и с верой в нашего живого Господа Иисуса Христа. Давайте мы встанем. Let us all please stand. И мы будем молиться. And we are going to pray. Дорогой Небесный Отец, Dear Heavenly Father, мы благодарим Тебя we thank you за Сына Твоего, for your son, которого Ты пожертвовал whom you have sacrificed ради каждого из нас. For each one of us. Благодарим Тебя, Иисус, We thank you, Jesus, что Ты взял на Себя that you have taken upon все наши грехи all of our sins, и понес все наши and болезни. You have carried our sicknesses. Благодарим Тебя, We thank you, что Ты простил нас that you have forgiven us, и дал нам исцеление that you have given us healing от всякой болезни. From every и сегодня sickness. And today, принимая Твое тело, body, мы принимаем силу жизни. We take the power of life, мы принимаем исцеляющую силу Твою. We accept your healing power, и мы благодарим Тебя and we thank за эту величайшую возможность for this great opportunity и привилегию, and privilege, которую Ты дал нам. That you have given to us. Благодарим Тебя, Иисус. We thank you, Jesus. Благодарим Тебя, Иисус. We thank you, Jesus. Amen. 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 Аллилуйя. Оставайтесь пока на ногах. You
can still stay on your feet. After the prayer, Jesus broke the bread, giving it to the disciples. Сказал, he said, примите, take, ешьте, eat, for this is my body that is broken for you. Do this in my remembrance. I would like to warn everyone, please, take it very carefully. Не позволяйте крошкам упасть на землю. To fall on the floor. Это святыня Господня. It is the holiness of God. Следующее, о чем я хочу напомнить вам. The next thing I would like to remind you. Я очень много лет христианин. Many years I've been a Christian. Много лет я служитель. Many years I've been a Я не видел еще ни одного человека, I haven't seen even one person, который заболел после принятия тела и крови Иисуса. That has gotten sick after the body and blood of Jesus. Очень часто люди не хотят принимать из одной чаши. They don't want to partake of the same cup. Я могу начать кашлять. I may start to потому что мой сосед кашляет. Because my neighbor is coughing. Я хочу сказать вам, I would like to say to you, это святыня Господня. That this is the holiness это ваше исцеление. It is your healing. Принимайте с верой. Take it with faith. И будете живы. And you will be alive. И будете совершенно здоровы. And you will be perfectly Hallelujah. And completely healthy. Thank you.
Твоя сила, твоя жизнь, Дух Святой, твоя славная по духу пища. If you ever heard the Messiah has come, it says in His word to cleanse everyone. Atonement He made, iniquity bore. После вечери Иисус взял чашу. After the supper, Jesus took the cup. И он молился о ней. And he prayed for it. И после этого он подал ученикам и сказал: After this, giving it to the disciples, he said, пейте из нее все. Drink from it, everyone. Это моя. This is my blood. Кровь Нового Завета. The blood of the new covenant. За многих изливаемая. That is poured out for many. Во оставление грехов. For the remission of sins. Я хочу сказать вам. I'd like to say to you. Это чаша благословения. This is the cup of blessing. Которую мы принимаем из рук Иисуса Христа. That we take and accept from the hands of Jesus. Because in this cup. Он наполнил своей любовью. He filled it with His love. До краев он наполнил своей любовью. He filled it to the rim И поэтому with his каждый love. Раз, And therefore, every time, когда мы причащаемся от этой чаши, when we partake of this cup, Павел говорит, Paul says, мы смерть Господню возвещаем, that we proclaim the death of our Lord, доколе Он придет. Until the day that he comes, мы возвещаем, we proclaim, что Иисус умер. That Jesus Christ died, Он пролил свою кровь. He poured out his blood, и Он дает прощение and he gives forgiveness всякому верующему to человеку. Everyone who believes in him. Когда ты открываешь твои уста, when you open up your mouth, когда ты открываешь твое сердце, when you open up your heart, Иисус прощает, Jesus forgives, и Он наполняет тебя and he fills you своей святой любовью. With his, with his Поэтому love. Сегодня Therefore, today, я хочу, чтобы каждый из вас, I would like for each one of you, принимая эту чашу, that when you take this принимал cup, ее, that by partaking of it, take it of as the holy hands of Jesus, ее, that filled it кровью, with His precious blood, Завета, the blood of the new covenant, and with His love. Hallelujah. 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 Благодарим Тебя, Иисус. We thank you, Jesus. Благодарим Тебя, Иисус. We thank you, Jesus. За славную кровь Твою, for your holy blood, которую Ты пролил ради нас. That you poured out for us. Кровь Твоя Your blood дает нам прощение, gives us forgiveness, очищение. It cleanses us. Кровь Твоя оправдывает Your blood нас. Justifies us. Кровь Твоя освящает Your blood нас. Sanctifies us. Кровь Твоя ходатайствует о нас. Your blood intercedes for us. Она говорит лучше, it speaks the greater нежели кровь Авеля. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус, and we thank you, Jesus. За Новый Завет we thank you for the Твоей new covenant, Святой Крови, in your holy blood, Завет Спасения in the covenant of и Завет salvation, Вечной Жизни. And of the new, Amen. Of eternal life. Amen. 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 Prophets of old speak much of Messiah. His death is foretold. The purpose is clear. Isaiah did say. For an atonement to give us a way that leads not to death. Salvation has
Благословено имя Твое, Отец. Blessed is your name, Father. Мы благодарим Тебя. We thank you. За присутствие Твоего Святого Духа. For the presence of your Holy Spirit. В этом служении. In this service. В нашей жизни. In our lives. Благословено имя Твое. Blessed is your name. Потому что Ты послал Сына Твоего. Because you have sent your Son. Ты пожертвовал. You have sacrificed. Самым дорогим. The most dearest, что было у Тебя, that you have, чтобы всякий верующий so в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Мы благодарим Тебя, Отец Святой. Мы благодарим Тебя, что Твоя воля и Твое Святое Слово, которое Ты сказал, Ты исполнил. Никто не смог помешать Not even one person исполнится Твоему плану и Твоему предназначению. Потому что Твоя любовь, love, она превыше всего. Ты настолько полюбил меня. So ты настолько much. Полюбил этот мир, so что much, Ты отдал Своего Сына. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Иисус, you, что Ты принял волю Твоего Отца. И Ты сказал, Иисус, не моя, но Твоя воля, Отец, да совершится. Благодаря этому сегодня я спасен. Благодаря этому сегодня миллионы людей спасены. Потому что Иисус, Ты пришел и совершил волю Твоего Небесного Отца. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе. Мы благословляем Тебя. Всю славу мы воздаем All Тебе, потому что один Ты, и только Ты, и только Ты достоин принять славу и честь, достоин принять поклонение. Аллилуйя! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Amen. Amen. Присядьте еще немножко. You may take a seat for a little while. Дима, а ты иди сюда. Я бы хотел увидеть еще Марину и Энтони. I would like to see Marina and Anthony.
Я займу буквально пару минут вашего внимания. I'll take just a couple minutes of your attention. Знаете, на протяжении многих лет throughout these many years, наш диакон Дима, our deacon Dima, он выполнял не только диаконское служение, he has not only filled out the deacon ministry, он вел финансовое служение в церкви, but he led the financial ministry in our church, и административное служение and the administration ministry in our church. Сейчас ему предложили работу right now he has accepted, в другом штате, or he has, there was a offering of a job in a different state. И когда он мне сказал, что ему придется уезжать, and when he told me that he'll have to leave, я подумал, а кто ж потянет это служение? I thought, well, who will take on this ministry? Потому что он действительно делал очень много. Because he truly did a lot of things. Поэтому в прошлую среду, and so last Wednesday, я собрал служителей. I gathered, я не собирал всех лидеров, I didn't gather all the leaders, but I gathered some leaders. И мы помолились. And we prayed. И предложили новых людей. And offered new people. Вместо Димы одного. Instead of Dima, he's only one person. Предложили двоих. We offered two people. И предложили мне помогать им еще. And they offered. Потому что я уже на пенсии, кто не знает. For me to help as well. Я уже неделю на пенсии. Those of you who don't know, I am retired. Итак, Марина, она будет нести финансовое служение. So Marina will have the она financial ministry. Работает, she is working with Dima and Misha for a long time. И Anthony, он будет заниматься административным Anthony служением. Will have the administrative position. Кто-то сказал amen. Someone said amen. А как насчет остальных? How about the others? Мы Диму пока не благословляем, чтобы он уезжал. We don't bless Dima just yet for leaving. Потому что он еще будет какое-то время здесь. Because he'll still be here for some time. Вот, поэтому мы его пока не благословляем. Therefore, we aren't blessing him just yet. А вот новых служителей, but the new, я new хочу, ministers, чтобы церковь благословила. I would like the church to bless. Чтобы они имели дерзновение в их служении. So that they will have encouragement and boldness in their вы ministry. Вы готовы? Are you ready? Давайте мы встанем. Let us all please stand. Дорогой Небесный Отец, dear Heavenly Father, я благодарю Тебя I thank you за то, что Ты Бог наш. That you are our God. Благодарю Тебя, I thank you что у Тебя никогда ни в чем не бывает недостатка. That there is no shortcomings in you. И сегодня я благодарю Тебя and today I thank you за то служение, которое Дима много лет выполнял. For that ministry that Dima has fulfilled for и также many благодарю years. Тебя and I also thank you за новых служителей, for the new ministers которые Ты поднимаешь. That you are raising up. Я прошу Тебя, I ask благослови you, Марину, that you please bless дай ей Marina, мудрости, that you give her чтобы wisdom, она могла вести финансовые дела церкви. Отец, я также прошу Тебя, I also ask you, благослови Anthony, you bless Anthony и дай ему мудрости and you give him wisdom, и помазание, and anointing, чтобы он мог вести все административные дела церкви. All of the administrative пусть имя Твое church, and may your name будет прославлено и возвеличено and через их служение, their ministry, служение Тебе ministry to и служение Церкви and the ministry to the church, во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Amen. 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 Трудись. Work, work, and work. You too. I know you will do a great job. Thank you. Все, Лизушка, пошли мы вниз с тобой. Отдохнем. Присядьте, пожалуйста. You guys may take a seat. И мы позволим... Микрофон включите. Спасибо, брат Олег. Thank you, brother Oleg. Мы подошли к концу нашего служения. We've come to the end of our service. Сейчас у нас будет время нужд. We have a time of...